Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM, модель под номером 32011 и 153 Чайка. Зимний вариант на лыжах. Данную модель компания ICM выпустили, получается, совсем недавно. В 32 масштабе данная модель. И вообще в 32 масштабе уже Чайки были выпущены. Зарекомендовали себя очень хорошо по качеству. Были множество положительных отзывов по качеству сборки, поэтому, продолжая линейку данной модели, думаю, данной модификации, думаю, моделисты оценят качество и других, ну, скажем так, вариантов. Первое, что будет, коробка с плотного картона, пакет с литниками, инструкция и декаль. Давайте начнем с декали. Декали компания ICM выпускает на новой бумаге, которая прекрасно приклеивается, переводится, вот, и не доставляет никаких проблем. Такие у нас листы. Вот, далее инструкция. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первый у нас лист глянцевый, все последующие матовые. Также здесь указаны. Так, я еще плохо ориентируюсь. Новая камера у меня. И номера цветов, чтобы вам показать. Резкость не наведется. Ну, я постараюсь выложить цвета, которые предлагает фирма, будут выложены фотографии в данном видео. Так, далее, что хочу сказать. На первом листе у нас техническое описание данного прототипа. Так, здесь у нас на первом развороте литники. Красным обозначаются детали, которые не используются. Но в частности, здесь это у нас получается шасси и, как я понимаю, створки, что ли. Вот, сборка достаточно подробно показана. То есть проблем при сборке возникнуть не должно. Да, каждый шаг описывается очень подробно и очень хорошо все это понятно. Но сможет собрать даже неопытный моделист. Сборка получается наших шасси. Ну, в данном варианте это лыжи. Зимний вариант. Окончательная 3D-модель. Также здесь показаны вот на этой части инструкции красным. Это расчалки, как они крепились на самолете. Это очень упрощает, ну, что не надо искать никакие там прототипы. Все это видно, здесь прекрасно в инструкции все показано, как крепились расчалки. Далее варианты декали. Здесь у нас получается ВВС РКК 40-й год, ВВС РКК март 40-й год, ВВС Финляндии 40-й год и ВВС Финляндии 1942 год. Ну и теперь наши литники. Вообще уже, как я сказал, уже множество есть сборок данной модели и обзоров. И, как я слышу, то только положительные отзывы о качестве. Давайте тут слышим. Начнем уже смотреть. Так, здесь у нас получается следы толкателей, я так понимаю. Но
так как это опорная часть, скажем так, будет самолета, то она проблем доставить не должна. Также здесь есть множество разных мелких деталей, которые выполнены все отлито, качественно и четко. Далее, следующий литник, это у нас крылья. Блин, только громадный. В чем получается? Ну вот сейчас посмотрим. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 сантиметров размах крыла. Такая интересная, серьезная модель. Хотел бы обратить ваше внимание, что очень хорошо сымитированы провисы полотна. При окраске, если на это обратить, уделить внимание этому, то можно получить очень хороший, красивый эффект. Ну, так здесь все хорошо. Каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружено. Дальше следующий литник. Литник у нас с вооружением. На нем хотел бы обратить внимание большое количество мелких деталей, как разных форм, также есть и круглые. Все отлиты хорошо. Никаких стыков пресс-форм, никаких либо других дефектов на данном литнике не обнаружено. Пролито все четко. Замечательно и хорошо. Дальше следующий литник. Ну и это у нас последний литник данной модели. Это у нас также здесь фюзеляж и крылья. Вообще модель сборки будет несложная и доставит вам только удовольствие. Поэтому смело приобретайте. Так, толкатели на внутренних частях элементов. Получается, шасси, оно присутствует на данной модели. И хочу обратить внимание, что, ну, хоть оно и не имеет отношения, выполнено из двух половинок, но пролито замечательно. То есть тут все болты, все это, все прекрасно видно. Также здесь хорошо сымитировано полотно на всех плоскостях. Очень это хорошо и прекрасно сделано. Ну и литник маленький, прозрачный пластиком. Вообще смысл. Тут получается одно маленькое стеклышко у нас. Вообще у компании ICM отличный прозрачный пластик. Тоже много кто замечает, отметил. То есть через него все прекрасно видно. Ну тут и так все будет прекрасно видно, так как данная модель, она получается выполнена с открытой кабиной. Вот немного подытожу данный обзор. Если вы любите авиацию в 32 масштабе, то обязательно приобретайте данную модель. Эта модель вам доставит только положительные эмоции при сборке. Всем спасибо, всем пока.